ответы на ваши комментарии и упоминания. И при этом очень своевременно я зашел и сейчас сделаю очень важную вещь. Пользователь, которому 71 год, он пишет, очень интересно рассказывает Геннадий Петрович. Ха-ха! Лучше всех доходит информация простым для людей языком, но очень интересная инфа. Благодарю, большой низкий поклон. А может кто ответит? Вот я голодающий периодически, мне 71 год. Ну, конечно же, я отвечу, хотя не знаю на что, но отвечу. Иногда ленюсь, и в доме холодно, и делаю просто шлангопоппинг после испражнений. Тоже выходит большое количество кала, это когда кушаю. Можно ли это делать и на голоде? Очень удобно. Слушайте, шлангопоппинг, очень, конечно, интересная вещь. И, признаюсь, и я ее даже делал. Но, оказывается, большое но. Дело в том, что когда вы делаете шлангопоппинг, вы используете, ну, допустим, теплую воду, подогреваете колонкой из водопровода. А раз она идет из водопровода, то она хлорированная. А у нас здесь, как-то мы, знаете, к своему толстому кишечнику относимся так, это самое, наплевательски, мол, что там толстая кишка и так далее. А там обитает микрофлора, которую хлор и прочие вот эти вот вещи, которые находятся в воде для ее обеззараживания, естественно, они подействуют и на микрофлору толстого кишечника. Поэтому, ну раз вы не знали, ну ладно уж. Поэтому я ни в коем случае не рекомендую делать шлангопоппинг с водой из общего водопровода. Иначе вы рискуете испортить себе организм. Вначале это у вас начнется с толстого кишечника, вы хлоркой выкосите микрофлору, которая там находится, там очень сложная микрофлора, и в таком соотношении, которое нужно для здоровья, и получите такие вот неприятные вещи. Если уж вы что-то там хотите сделать, воду для клизм, надо специальным образом подготавливать, чтобы она не была хлорирована, чтобы она была там отстойная, так далее. Ну вот как питьевая вода. Даже иногда питьевая там хлорированная, но это раньше. Вот. И только так водить. Иначе вы в погоне за здоровьем можете себе очень и очень навредить. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляйте благотворительность. А если нет, я схалтурил, значит, дурку с маком.